Na'Vi Gaming представляет. Эксклюзивно от Na'Vi Gaming шоу «Стоп Cybersport» с Эриком Цтли. Аудиоинтервью с киберспортсменами и деятелями киберспорта о вне киберспортивной жизни. www.navi.gg. Добро пожаловать вновь на наше шоу. Сегодня у меня в гостях не киберспортсмен, а проект-менеджер StarLadder TV, чей псевдоним «Экстримчик». Подробно о своей деятельности, я уверен, он расскажет лучше меня, но мы, конечно, не станем ограничиваться обсуждением только лишь этой темы. Ну что ж, Андрей, привет! Как сам? Всем привет! Все отлично. Доброе утро, отличная погода. Я выспался, что может не радовать. Готовы обсуждать любые темы, которые будут интересны нашим зрителям. Что расскажешь о себе, если нас будут слушать те, кто про тебя не слышал? О себе могу рассказать. Ну, зовут меня Андрей, мне 24 года, в сентябре будет 25, живу, работаю в Киеве, родился тоже здесь, занимаюсь Dota 2 всецело, полностью чем могу, тем и занимаюсь. Проведение турниров, судейство, организация, работа с командами и так далее и тому подобное. А что-нибудь интересное про свои последние поездки ты расскажешь? Да, конечно, совсем недавно ездили освещать такие турниры, как Red Bull Battlegrounds и The Summit 3. Это проходило в штате Калифорния, Соединенные Штаты Америки. Сначала мы ездили в городок Санта-Моника, который рядом с Беверли-Хиллз, там проходил групповой этап Red Bull. Там нереально круто. Океан, все дела, пляж из GTA Vice City. Потом ездили в Сан-Франциско, где проходили финалы Red Bull, а потом поехали в Онтарио, в дом студии Beyond the Summit, где и проходил их турнир. Но там уже проходил более такой домашняя атмосферка, все в доме, ну вообще шикарная поездка получилась. Скажи, а ты вот специализируешься исключительно на доте? Да, специализируюсь исключительно на доте уже года с 2008-го, наверное. И как ты познакомился с этой дисциплиной? Постоянно в универе мы ходили с друзьями играть в Counter-Strike клуб. И тут в один день мы прогуливаем пары, идем с другом в клуб, заходим. Он говорит, а зачем тебе тут КС? Давай попробуй вот эту вот игру. Вот эта твоя игра была Dota. Ну и попробовал, затянуло. Потом оказалось, что этот мой друг администрировал украинский сервер Алькар. Ну и как-то я туда втянулся, начал там играть, начал его модерировать, администрировать, дорос до администратора. Потом мне там надоело, ну не то что надоело, я не увидел развития сервера, позвали на ICCAP. На ICCAP тоже начал с нуля там, модерировал, разные реквесты разбирал, штрафовал людей, потом дорос тоже там до глобального модератора, мне там тоже не перестал видеть перспективу, и тогда попал на ProDota. На ProDota попал, потому что написал Вилату, говорю, делать могу то-то-то, мне это интересно, готов работать за идею. И вот так вот я попал на ProDota, и там уже начал работать с Вилатом. Странно, а почему тебе всем этим хотелось заниматься? Потому что меня очень завлекла Dota, я тогда очень много играл, по часов 6-8 в день, но я понимал, что этим на жизнь не заработаешь именно самой игрой, но, наверное, я тогда ошибался, потому что сейчас многие этим зарабатывают, и вот хотелось мне очень работать именно в организации этого всего процесса. Ну, я устроился на ProDota, я там сначала занимался оформлением турниров, там полностью форумом занимался, общим разделом и разделом турниров. То есть сделал так, чтобы людям было удобнее смотреть, пытался это систематизировать и так далее. Ну и параллельно общался с Вилатом, что какие идеи можно привнести. Он тогда администрировал там все, работал с хреном.
Ну и потом Вилат ушел из Продоты. Мне на Продоте ничего не предложили интересного. Взяли другого человека. Ну и тогда я попробовал себя на турнире Asus Otem 2010. Меня Вилат позвал в арену. Я там себя попробовал как ньюсмейкера. И после этого мне назначили собеседование в Киев Киберспорт Арену. Я пришел на собеседование. Мне дали план действий, я его составил, показал, что как будет работать, ну и мне предложили работу. Изначально ньюсмейкером, ну и организатором таких начальных турниров. И судьей, какой мой был первый турнир, даже не вспомню, кажется, Intel Challenge, 9-й сезон, вот. Да, только ньюсмейкер — это человек, о котором пишут в новости, а не который пишет новости, понимаешь? Первый раз слышу, я всегда эту должность называл почему-то ньюсмейкер. Ладно, а скажи, почему ты выбрал себе такой никнейм? Ой, да это вообще глупая история. Где-то в первом или втором классе тоже сидели в компьютерном клубе. Приходим, а у меня нету никнейма. Я такой думаю, ну возьму экстрим себе. Окей, захожу в Counter-Strike, вбиваю экстрим, мне пишет этот никнейм занят. Ну и я добавляю еще окончание экстримчик. Ну и как-то так получилось. Ты говорил, что у тебя было некое подобие собеседования, когда ты устраивался на StarLadder. Можешь об этом рассказать? Ну это даже было не подобие собеседования, это было настоящее собеседование, но... Владелец Киберспорт Арены позвал, там был Вилат, я и он. Ну и задавались конкретные вопросы, что как надо делать, какой план действий, какой план по развитию данной дисциплины у Киберарены. Мы обсудили, мне дали даны первые задания, тестовый период, ну и дальше следующие шаги по развитию и по работе. Ты себя уверенно чувствовал на собеседовании? А, это было вообще мое первое собеседование, потому что я тогда еще учился на 4-м курсе, я до этого их не проходил, но вроде как все нормально было, потому что это киберспорт уже было не новое для меня, ну и плюс рядом были знакомые люди, поэтому все прошло, кажется, отлично. А ты был доволен тем, что тебя приняли на StarLadder? Да, я тогда был нереально счастлив, потому что это же киберарена, ну тогда еще не было вообще ничего, кроме арены, никаких других турниров. Ну, естественно, я был рад работать в Dota 2 с Вилатом, с ареной и строить новые турниры. Как раз где-то через полгода, как я начал работать, уже пошли слухи о Dota 2, о том, что будет International и так далее, и это еще больше придало мотивации. Потом мы организовали первый турнир по Dota 2, Dota 2 Star Championship, и тогда я понял, что это все может вырасти в очень большую такую сферу, да, индустрию. Скажи, когда ты стал впервые получать деньги за то, чем ты занимаешься? А вот как раз моя работа на Киберарену и на StarLadder стала моей первой работой, где я начал получать деньги. До этого были разные там шалости там в школе и в лицее, когда я покупал книжечки с контрольными работами, я их решал и продавал одноклассникам, одногруппникам, и они все получали пятерки. По какому предмету ты решал? Алгебра, геометрия и украинский язык. Ну, получается, у тебя такой математический склад ума, да? Я бы не сказал. Ну, у меня развито и то направление, потому что до этого я учился в гимназии, где учил кучу языков. Там немецкий, английский, французский, конечно, но уже почти все выветрилось. Но у меня так 50-50. А на кого ты учился? Я учился сначала на финансиста, а потом уже в магистратуре пошел более узконаправленно на корпоративные финансы. И почему ты выбрал эти специальности? Потому что мне очень нравится экономика, менеджмент, управление, вся эта сфера, ну и оно плюс очень хорошо применяется в текущей работе. А, то есть знания тебе пригодились, да? Естественно, ну, без знаний как-то идти на работу, я не представляю, как это может быть возможным. Что ты думаешь в целом о высшем образовании? Стоит его получать или нет? Что бы ты мог посоветовать нашим слушателям, которые, например, не могут определиться?
Я считаю, что высшее образование нужно получать в любом случае, любому человеку вообще, в любой стране, потому что это не только образование, это отличная школа жизни. Определиться очень важно, что тебе нравится и что тебе близко. Не надо слушать, куда тебя пытаются направить. Надо попытаться сесть и решить, что важно для тебя, что тебе нравится. Подобрать для себя вуз. Если в первый год очень не понравилось, сменить его и потом уже двигаться по карьерной лестнице. Важно не просто ходить туда там, или полностью прогуливать, или пытаться там все записывать, все учить. Там, быть задротом каким-то, главное просто получать удовольствие. Если ты получаешь удовольствие от предмета или он тебе интересен, учись там. Если нет, это пустая трата времени. Ну и очень важно, помимо учебы, заниматься другими вещами и развиваться всецело. Как ты думаешь, кому легче всего работать в сфере киберспорта? В сфере киберспорта вообще легко работать не бывает. Нету таких, кому работается легко. Разве что владельцам организации, ну и то им сейчас очень трудно. Тебя устраивает это вообще твой доход и то, как ты живешь? Да, конечно, меня устраивает и работа, и доход. Вообще, я считаю, что нужно довольствоваться тем, что у тебя есть сейчас, и при этом выполнять свою работу хорошо и стремиться к лучшему. То есть надо постоянно ставить перед собой цели, иметь планы на будущее, ну и пытаться их осуществлять, и показывать людям, что ты готов работать, и тогда все будет хорошо. Ну а машину у тебя есть? А машину у меня нету. У меня есть права уже лет так 8, но машины пока нету. Но и в Киеве, если честно, я не особо горю желанием заводить машину. Что касается вот TI предстоящего, ты на него поедешь? Ну, если позовут, поеду точно. Если не позовут, то думаю, что все равно поеду, но за свои деньги. А с визой у тебя вопрос решен? То есть ты как турист хочешь поехать, да? Да, с визой вопрос решен, слава богу, это моя виза, это вообще отдельная история. Я еще получал ее, пытался получить впервые в 2013 году, когда меня пригласили 2 года назад на International 3. Я пошел первый раз в посольство, я тогда только закончил универ и только получил паспорт, мне отказали. Через 2 недели пошел еще раз, мне отказали, и на 3-й раз мне говорят: в этом году ты ее не получишь. Ну и я подождал годик, там получил пару шенгенов, еще там попал на работу уже нормально. И тогда мне дали визу, но и то с таким треском, потому что сначала мое дело забрали на проверку, проверяли его 3 месяца. Оказалось, что в Америке из России есть какой-то Андрей Григорьев, который есть в базе у них данных. Ему нельзя въезжать, и они думали, что это я, но потом все разрешилось, и мне дали визу на 10 лет. А скажи, вообще Valve как-то способствует получению виз? Да, конечно, у них есть отдельная компания, которая занимается суппортом по всем визовым вопросам, вопросам билетов, проживания и так далее. Там очень хорошие ребята, которые полностью помогают. Даже если тебе отказывают в визе, они дают специальную бумажку, и их юридическая компания уже через посольство пытается как-то решить вопрос с каждой командой или сотрудником, которого они привлекают. Да, но по-прежнему тяжело визу все-таки получить. Да? Ну, тяжело, потому что СНГ — это все-таки страны третьего мира, и им всегда тяжело в последние года получать визы в Америку. Но это зависит от каждого конкретного человека, плюс само собеседование в посольстве — это полный рандом. Вот там может быть плохое настроение у офицера, и все. А может быть, что ты себя как-то понервничал, и они почувствовали это и отказали тебе. То есть никогда нельзя быть уверенным, что дадут визу со всеми документами, но при этом же могут дать визу вообще без документов, как некоторым молодым игрокам из СНГ. Если ты все-таки окажешься на TI и тебя пригласят, то чем ты там планируешь заниматься? Ну, обычно, когда они приглашают, заранее оговариваются полностью обязанности, должность и так далее. Ну, мое занятие — это обычно полностью освещение русскоязычное
The International для нашего комьюнити. То есть это координация комментаторов, это работа с соцсетями, с Ютубом, с сайтом, всецелая помощь Valve с задачами, которые они ставят и так далее и тому подобное. Ну, вроде бы не пыльная работа, да? Ну, она звучит только не пыльной, но обычно это по 20 часов работы в сутки, потому что тебе надо не только сидеть и контролировать весь процесс во время трансляции, но еще есть задачи, которые надо делать до и после, и параллельно. То есть это только кажется, что она не пыльная. Да, она не физическая труда, не физического труда, а больше такого умственного, но это нелегкая работа. В твоем случае возможен ли карьерный рост какой-то? Да, я считаю, карьерный рост всегда возможен, пока ты не начнешь заниматься своим личным бизнесом. До тех пор он возможен. Просто надо показывать, что ты можешь принести что-то в новую в компанию, или ты можешь заниматься чем-то большим и так далее. Или ты покажешь, что вот ты будешь делать это, оно станет настолько лучше твоей компании, и почему бы и нет. Ты так и работаешь, да? А я не могу работать по-другому. Мне всегда нужна мотивация. Мне, ну, нельзя работать просто на каком-то энтузиазме. Или вот тебе дают зарплату, и надо говорить, мне надо ее отработать. Или вот мне дали хорошую зарплату, все, я могу расслабиться и не работать. Я всегда ставлю перед собой какую-то цель. Это, ну, я привык работать хорошо и выполнять свою работу. Каковы твои прогнозы на этот TI? И на квалификации. А что касается квалификаций, даже боюсь предсказывать, потому что настолько равные команды и настолько трудно сейчас прогнозировать, как все будет проходить, тем более вышел новый патч. Все будет зависеть от того, как подготовится каждая конкретная команда и прочувствует новую мету. То есть на последних турнирах, которые вот сейчас проходят или только закончились, на новом патче было видно, какие команды уже приспособились к новому патчу, а какие нет. На самом TI очень много факторов, которые влияют на результаты команды. Даже погода там, или кому-то стало плохо, или кто-то сегодня был готов, а завтра уже поменялись герои, и он уже не готов. Вот каждый день меняется турнирная таблица в зависимости от какого-то психологического, физического состояния команды. Но я считаю, что отлично в этом году должны выступить команды Vici Gaming, Secret. Что касается остальных, у меня там есть вопросы, потому что вот взять те же Evil Geniuses, у них отличная команда, хорошие результаты, но у них есть 15-летний игрок, который непонятно как вот он будет выступать на огромном стадионе. И таких факторов очень много у каждой команды. Что про наши скажешь? Про наши? Я даже боюсь говорить. Вот говоришь, что они играют хорошо, они сразу начинают проигрывать. Ругаешь их, они сразу начинают выигрывать. Тут тоже многое чего зависит. Вот Empire, они показывали в том году отличные результаты. Приехали на International, и вот что-то не пошло. И они начали какие-то придумывать стратегии, которые до этого они не использовали. Почему? Ну и вот так с каждой нашей командой. Все зависит от того, смогут ли вот конкретно 5 людей настроиться на одну волну, хорошо подготовиться, не бухать на International. И показать отличный результат. И тогда, я уверен, 3-4 команды из СНГ имеют отличные шансы хорошо там себя показать. Я до сих пор верю, что две наших команды могут пройти квалификации и попасть в основной этап. А ты вообще оптимист, получается, да? Да, я думаю, что такая смесь реалиста и оптимиста. И не грамма пессимизма, да? Ну, как говорят, думай о худшем, но всегда надеюсь на лучшее. То есть я всегда рассматриваю самый худший сценарий, ну и стараюсь быть к нему готовым, всегда иметь какие-то запасные планы на случай чего. То есть у меня девиз всегда «Будь готов к любой ситуации». А вот, кстати, скажи, как ты думаешь, нужны ли командам тренера? Я считаю, что однозначно нужны тренера всем командам, но тут проблема в другом, что в разных регионах не хватает именно людей, которые могли бы быть тренерами. То есть нету людей, которых бы вот данная команда слушала
бы их и полностью им доверяла. Но это еще проблема самих организаций, потому что они так все поставили, что все контролируют игроки внутри команды. Ну, и если даже не все, то почти все. То есть владельцы немного отстранились от контроля каждого конкретного игрока. Раньше же как владелец ехал с командой на турнир, стоял за спиной, они его боялись, они хорошо играли, они его слушались. Сейчас им ставят менеджеров, не всегда самых лучших, и они им не полностью доверяют. Вот точно так же и с тренерами. Можно взять отличного человека, который будет хорошим тренером, но они попросту не будут его слушать. Они скажут, вот я выигрывал International, а ты ничего не выиграл, почему я должен слушать тебя и играть в твои стратегии? Есть какая-то организация, которую ты больше всего уважаешь? Ну, мне очень нравится работать с Good Game Agency. Мне очень нравится работать с китайскими командами. Ну и с нашими командами работаю отлично, потому что это... Мы уже знаем все друг друга много лет, поэтому проблем никаких нет. Конкретно выделить одну не могу. Good Game Agency — это Evil Genius, S-Alliance. Там всегда отличный менеджмент, который очень ответственно подходит к делу, и с ними никогда не бывает никаких проблем. С китайцами, с ними работать отлично, потому что у них есть организация ACE, которая контролирует полностью сцену киберспортивную у них. И всегда любой запрос — это ответ в ту же секунду. Любая проблема решается в ту же минуту. У них есть девушка, которая занимается менеджментом этого всего. Вот ты ей пишешь, такая-то проблема, она в ту же минуту звонит либо менеджеру, либо владельцу команды, и в любую секунду любая проблема решена. А что касается СНГ, то со всеми работать отлично, кого-то одного выделить не могу. А скажи, есть какая-то, может быть, особая специфика по работе именно с Китаем? Да, очень большая специфика — языковый барьер, потому что никто не знает английского. Я думаю, что это единственная специфика. Но со всеми командами сейчас работа строится одинаково. Это там составление расписания, это согласование условий по участию в турнире с каждой командой или с группой команд. Это там билеты, питание, проживание и так далее. Специфика — это только временные зоны и языковой барьер. Все, в принципе. Ну, слушай, а вот как вы справляетесь с языковым барьером? Ну, я полностью общаюсь с ними на английском, а с китайскими командами у меня там есть люди, которые помогают с переводом. То есть есть китайские организаторы, которые неплохо владеют английским, но очень часто еще привлекают сторонних переводчиков, которые помогают эти все проблемы решить. Скажи, ты хотел бы быть профессиональным игроком в Доту? А когда я начинал играть в Доту, я об этом даже не задумывался. Потом со временем мне казалось, что я хочу попробовать себя в качестве игрока. Но потом мне настолько понравилось проводить турниры и заниматься организацией, что после этого я уже не думал. Потом где-то через годик была мысль, что я хочу там попробовать себя в качестве там интервьюера или работы на камеру или там какого-то ведущего, но потом я понял, что это совсем не мое. И вот я нашел свою работу и хочу вот двигаться по этой линии. Скажи, вот с кем-нибудь из известных деятелей в киберспорте ты тесно общаешься? Может быть, вы дружите? В СНГ у нас вообще можно сказать, что сложилась такая, как бы, уже можно сказать, семья, я не знаю. Очень с многими тесно общаюсь и дружу, и пытаемся проводить время. Что касается Нави, то очень хорошо общаюсь с Сашей Хвостом. Дружим, да и с остальными игроками всегда по возможности пытаемся общаться. Из других команд очень хорошо со всеми дружим. Что касается иностранных, с Secret очень хорошо общаюсь, с менеджерами всех команд очень хорошо общаюсь, с комментаторами, с Beyond the Summit хорошо дружим. Ну, очень много людей. А так, чтобы близкие друзья, очень трудно выделить кого-то. Из игроков, наверное, это Саша Хвост больше всего. Из комментаторов это Вилат и Годхант, наверное, что касается СНГ. Из буржуйских команд это, наверное, менеджер Team Secret
Сайбермед. Ну а в целом, я так понял, большинство твоих друзей не интересуются киберспортом или, по крайней мере, неизвестны в киберспорте. Да, большинство моих близких друзей — это люди, с которыми я учился в университете, но у нас уже сложилась такая очень тесная, крепкая компания, и они вообще не имеют отношения к киберспорту. Да, но они понимают, чем ты зарабатываешь себе на жизнь? Да, конечно, они прекрасно понимают и осведомлены, чем я занимаюсь, куда я езжу, как я провожу время и так далее. Ну, они поддерживают меня в этом. А что они думают о Доте? Они говорят, что это за фигня, почему люди в нее играют. А вот, кстати, ты иногда играешь в Доту? Может, раз в месяце 4, где-то так. Чаще не получается, потому что я администрирую такое количество матчей, что времени поиграть вообще нету. Ну, а тебе хотелось бы, да, наверное? Ну, именно желание играть, оно практически пропало, потому что ты смотришь такое количество матчей с командами, что играть уже не хочется. Но бывают такие моменты на турнирах, когда там крутой матч прошел или турнир закончился, и появляется нереальное желание поиграть, тогда просто находишь свободное время, включаешь отличную музычку и садишься порабощать павчики. Как ты проводишь свободное время и как ты вообще вот отдыхаешь? О, если это можно назвать отдыхом, ну, вообще свободное время я сплю обычно. Есть у меня хобби, это футбол. Я люблю как поиграть, так и полностью смотрю все возможные лиги. Особенно обожаю Лигу чемпионов, конечно. Обожаю смотреть NBA. Что касается таких обычных, где очень люблю читать книжки, очень люблю смотреть фильмы, ходить в кино. Очень люблю играть в настольный теннис, волейбол. Даже не знаю, что еще можно назвать. Конечно, времени на это все вообще не хватает. Поэтому обычно я там прихожу, посмотрю какой-то футбольчик, посмотрю фильм, почитаю книжечку и ложусь спать. Как-то так. Ты вот говорил, что любишь что-нибудь почитать. Что порекомендуешь прочесть нашим слушателям? Я любитель почитать чего-то полезного. То есть есть многие люди сейчас, которые читают все, что в тренде. Там, вот вышел какой-то роман, все его читают, надо его прочесть, чтобы с кем-то пообщаться и так далее. Я люблю читать полезную литературу. Вот, допустим, мне очень нравится трилогия «Финансиста». Или очень мне нравится философская литература, которая помогает тебе расширить тот же кругозор, которая тебя мотивирует и так далее. Какой-то конкретной одной книги у меня нету. Просто читайте то, что будет вам полезно, или то, что вам нравится. Не ведитесь на тренды. 50 оттенков серого читал? Нет, не читал и не собираюсь. И лучше уже. Но если вы хотите посмотреть фильм или прочесть книгу, выбирайте между этим, то однозначно читайте книгу, не идите на этот фильм. А были те книги, которые ты прочел больше одного раза? Да, были эти книги. Это Бернард Вербер, трилогия про людей и муравьев. Это что-то по типу философского романа, который сравнивает жизнь людей и жизнь муравьев, и ты читаешь ее и понимаешь, насколько жизнь муравьев более совершенна, чем жизнь людей, и насколько они умнее нас. А скажи, а ты когда-нибудь интересовался биографией кого-нибудь из выдающихся людей? Я пытался этим интересоваться как-то. После 10 класса поехали с родителями на море, там купил книгу «100 выдающихся людей», 5-килограммовая такая энциклопедия, сел читать, прочитал про первого, про Авиценну, выдающийся врач, меня очень увлекло, но потом я забил, у меня не было времени, и больше я биографии выдающихся людей не читал. Ну, читал, естественно, в школе, в университете, когда изучали много ученых разных, но так, чтобы именно целенаправленно я этого не делал. У меня есть кумиры там в разных сферах, но именно конкретно биографиями не занимался. Да, вот расскажи именно вот об этих кумирах. Кто они?
Вот, допустим, в спорте меня очень... Мой кумир — это Криштиану Роналду. И не из-за того, что он там красавчик или хороший футболист, а из-за того, как он поступил в детстве, когда его в клубе спортинг уже хотели забирать нормальный клуб. И был он и его друг. И были они оба на просмотре. И было два всего места. Его друг помог сделать, чтобы выбрали именно Роналду. Он его пропустил. И сейчас всю жизнь Роналду ему помогает и отдает половину своих денег ему за то, что он это делает. Что касается выдающихся людей, ну, я стараюсь брать пример с таких, как Стив Джобс. Что касается спорта и нашей страны, это Андрей Шевченко, это Владимир Кличко. Люди, которые мотивируют, которые показывают, что ты можешь сделать больше для себя, для страны и так далее. Что касается зарубежных ученых, писателей, то таких людей очень много, которые пытаются что-то сделать для общества. Я не знаю, зарубежных киноиндустрии меня очень сильно мотивирует Морган Фриман. Ну, очень трудно выбрать кого-то одного. Меня очень сильно мотивирует такой человек, как Жозе Мауриньо, футбольный тренер. Ну вот ты как человек, который интересуется традиционным спортом, скажи, допустимо ли сравнивать киберспорт и традиционный спорт? Вот этот вот футбол, хоккей, например. Я считаю, что допустимо их сравнивать, но киберспорт еще надо очень много развивать, чтобы он стал настоящим спортом. Нужно строить структуру, нужно делать так, чтобы перестали говорить, что игры — это плохо. Нужно показывать, что это наоборот, киберспорт помогает дисциплинироваться. Но в СНГ он еще не дисциплинирован, поэтому еще рано их сравнивать. Но говорить об этом нужно, и нужно делать конкретные шаги по его развитию. Ну, сейчас уже киберспорт стал на один уровень с многими видами спорта, просто не с такими популярными, как футбол, хоккей, баскетбол и так далее. Он уже превышает по рейтингам и по призовым очень многие виды спорта. И что касается телезрителей, то у киберспорта аудитория просто нереальная. И скоро, я уверен, она догонит самые популярные виды спорта, когда на рынок выйдут телевизионные компании и каналы, которые уже поставят это на более профессиональный уровень. Ну вот смотри, допустим, через 50 лет будет уже повсеместно распространена виртуальная реальность. Каким будет киберспорт тогда? Ну, я не думаю, что... В данный момент обсуждать виртуальную реальность и киберспорт и как-то попытаться их синхронизировать, это очень трудно. Ну, я думаю, что, скорее всего, когда будет совмещаться киберспорт и обычный спорт, я не знаю, люди будут бегать в каких-то шлемах, скафандрах, пытаться что-то имитировать, скорее всего. Попытаются сделать воспроизведение доты вживую в каких-то, не знаю, шлемах, может быть, как-то так. Ну, то есть все-таки киберспорт все равно будет существовать, да? Ну, сейчас он только на стадии зарождения, на восходной, поэтому потенциал у него очень высокий, плюс это очень... прибыльная сфера деятельности, плюс это сфера деятельности, которая помогает рекламным компаниям найти именно конкретную аудиторию, заданную с параметрами, что помогает очень хорошо продавать рекламу, поэтому потенциал очень высокий. А в твои обязанности случайно не входит общение со спонсорами? А в мои обязанности скорее входит контроль обязательств перед спонсорами, а именно общение. Да, есть такие моменты, но это больше так неформальное, там ознакомиться, поговорить, обсудить какие-то базовые моменты, а уже именно договоренности, то это не мои обязанности, это делает наше руководство. А может быть, ты интересовался, что вообще думают спонсоры о киберспорте? Да, конечно, интересовался. Я вообще люблю поездить по турнирам, поговорить с командами, с организациями, со спонсорами. Вообще...
так сказать, провести разведку, но они очень удивляются, когда приезжают первый раз на турнир и смотрят, во что они вложили деньги. И когда они видят, что там 100 тысяч человек смотрит игру по Доте, или когда полный стадион забит и сидит и орет там за какого-то игрока или за какую-то команду, они очень сильно поражены. Они видят перспективу однозначно в этом всем. Просто главное правильно преподнести им свой продукт, и все будет хорошо, и они дальше будут вкладывать деньги в киберспорт. Вот сейчас непростая политическая ситуация в мире. Это как-то усложняет работу со спонсорами? Да, это очень особенно отображается на СНГ-сцене. Потому что из-за политической ситуации многие спонсоры не в состоянии вкладывать деньги в киберспорт. Они понимают, что русскоязычная аудитория всего СНГ, она очень большая, но при этом она очень слабо монетизирует любое вложение, что касается каждой игры, что касается рекламы. У нас очень низкая стоимость рекламы вообще в СНГ. У нас очень низкая отдача от вложений в СНГ, поэтому проблем с этим всем очень много, но мы стараемся выжимать с этого максимум, делать все, чтобы киберспорт развивался. Скажи, а ты какими-нибудь некиберспортивными играми интересуешься? Я очень люблю серию Готика. Это легендарная RPG, сингл Готика 2, Готика 3 особенно. Это вот мои любимые игрушки, иногда их играюсь. Раньше играл, когда вышла Diablo 3, но она вообще для меня исчерпала свой потенциал. Еще люблю поиграть разные такие интересные игры на мобильные телефоны, на планшеты, как Valiant Hearts и так далее, где есть именно нелинейный сюжет. Ненавижу игры, где все линейно. Мне интересно, где есть разное развитие событий. Что ты, кстати, думаешь о Лиге Легенд и политике Riot? Я думаю, что это отличная игра, отличная кибердисциплина с хорошо поставленной структурой в компании, где каждый элемент просто настолько точен по всему миру, где у них есть представительства в каждом регионе, офисы, которые развивают это все, пытаются развиваться. Ну, просто они выбрали путь не такой, как Valve. Эти обе компании выбрали свой путь, они обе отлично развиваются, просто у каждого он отличается. Но и у обеих компаний он успешен. Просто они разные. Ну вот многие дотеры очень агрессивно реагируют на Лигу Легенд. Что ты об этом думаешь? Я даже скажу, почему они это делают. Потому что там больше зрителей. Это что касается обычных дотеров. Что касается игроков и организаторов, они так реагируют, потому что там единый турнир, который смотрит много зрителей. И каждый турнир хочет, чтобы в Доте, каждый турнир в Доте хочет, чтобы их смотрел как чемпионат мира по Лиге Легенд. Но такого быть не может. Вот поэтому так остро реагируют. Да, игра, возможно, более анимешная, более казуальная. Но не то, что казуальная, а более упрощенная. Но сейчас, как мы видим, в той же Доте тоже масса упрощений для того, чтобы завлекать все большее количество людей. А что ты тогда думаешь про HOTS? HOTS для меня, конечно, это темный лес, пока я всего несколько раз его попробовал играть. Но там не все так серьезно, как в Доте и в Лоле, потому что там другой подход, там ты получаешь больше фана. Возможно, этот фан, потому что это новая игра, но у HOTS очень хороший шанс ворваться на рынок. Но он не будет настолько киберспортивным, как и Dota и Лол. Он там будут, конечно, турниры, потому что это Blizzard, но там именно соревновательности не так много. Там больше как собрать компанию и пойти раздавить другую компанию друзьяшек. Знаешь, мне все-таки хотелось бы узнать подробнее про то, как ты живешь. То есть вот с чего начинается твой день, как он проходит, сколько ты отдыхаешь и все в этом духе. День у меня выстроен так, что у меня нету вообще четкого графика ни дня, ни недели, ни месяца, ни года. Основное время сжирает работа,
конкретно выделенных выходных у меня нету. Выходной как получится, так и беру. Или когда мне надо, пытаюсь его взять. И так в основном я работаю. Как у меня обычно день выглядит, просыпаюсь где-то в 7-8 утра, пью стакан воды с лимоном, потом иду в душ, потом завтракаю, потом сажусь за комп, читаю скайп, потому что обычно за ночь у меня 1000 сообщений в скайпе. Потом собираюсь, еду на работу, там работаю до вечера, пытаюсь вечером немного расслабиться или встретиться с друзьями, или пообщаться, или дома посидеть, что-то поделать. А потом ложусь спать и так по новой, по кругу. Отпуска у меня нормального не было уже, наверное, 3 года. Ты мог бы назвать свою работу стрессовой? Да, мог бы. Она очень непростая, очень... стрессовая, потому что не идет все как по плану абсолютно всегда. То есть киберспорт — это не тот бизнес, где все идет по документам, по графику, по плану. Всегда есть разные ситуации, которые нужно решать в данные конкретные моменты. И очень часто бывает, что ты вот сидишь, что-то жесткое произошло, и надо в ту же минуту решать проблему. Вот обычно я немного, пару минут попаникую, но потом беру себе руки и решаю эту проблему. Да, конечно, бывают моменты, когда я там или переживаю, или нервничаю, но их уже намного меньше, чем это было ранее. Но лучше так, чем я буду заниматься там... сидеть в банке за компьютером, мне будет скучно, я не буду нигде ездить по миру, и я буду сидеть и в мыслях каких-то и угнетаться. А работаешь ты, получается, исключительно из офиса, да? Как, да. Иногда бывают моменты, когда работаю из дому, иногда из офиса. Иногда, что я там еду к бабушке, там неделю сижу за ноутбуком и не могу отойти от него. Наверное, у тебя отсутствует личная жизнь? Да, она на данный момент вообще отсутствует, к сожалению. И тебе тяжело психологически быть одному? Да я бы не сказал, что это тяжело. Да, бывают моменты, когда уже понимаешь, что надо вот заводить семью, уже надо серьезные отношения. Но я понимаю, что надо сейчас главное выстроить карьеру, там заняться жильем и так далее, а потом уже думать о личной жизни. А ты карьерист, получается? Нет, я не карьерист, просто у меня есть план на год, на 2 года, на 3, на 5, и я знаю, что и когда, в какой момент я хочу просто сейчас на первом плане нормально поставить на поток свою работу, а потом уже заниматься семьей. А семья — это для тебя самое главное, самое ценное в жизни? Создание собственной семьи? Ну, вообще, семья для меня самое главное, как мои родители, так и близкие. Ну, и создание семьи, конечно, уже хочется свою семью, но пока еще нету времени для этого и возможностей, так сказать. Но я стараюсь и думаю, что уже скоро. Ты в активном поиске, получается, да? Да, получается, я в активном поиске. При знакомстве с противоположным полом, на что ты первым делом обращаешь внимание? На глаза девушки. Так, какой твой любимец? Только именно реально глаза, а не те глаза, которых некоторые пошляки могут подумать. А цвет глаз, не знаю, по-разному. Просто бывает какой-то такой контакт, который привлекает на уровне глаз, и все. И пиши пропало. Странно, но почему именно глаза? Ну, я всегда, когда общаюсь с людьми, я всегда смотрю в глаза. Я не люблю, когда люди общаются и смотрят там в сторону, вниз или отводят глаза. Вот это для меня важно. То есть, если я общаюсь с девушкой, вижу, что она тоже постоянно смотрит в глаза, вот это начинает привлекать. Ну, и как-то так получается, что почти всегда это девушки, которые мне нравятся, это брюнетки, не очень высокие, и с красивыми глазами. Но что касается характера, внутренних качеств? Да, трудно определить. Обычно это тяжелый вопрос характера, потому что все познается в сравнении, ну и все же зависит еще, как сойдется ее характер с моим, поэтому тут очень трудный вопрос, и не могу на это ответить. Скажи, а у тебя какой телефон?
iPhone 5s. Я очень люблю технику Apple и пытаюсь выстроить всю свою технику в их экосистеме, потому что она очень удобная. У них отличная синхронизация между всеми девайсами. Ну и как-то так получилось, что мне когда-то родители подарили iPod. Он мне очень понравился. Потом я начал изучать технику этой фирмы, их операционную систему и понял, что никакой другой пользоваться я уже не хочу и не буду. Но тем не менее, сейчас ты пока что на Windows сидишь, да? Насколько я знаю. Ну, на компьютере да, потому что я еще не купил себе именно компьютер Apple. А так у меня ноутбук, планшет и телефон — это все Apple. Осталось только компьютер купить. А у тебя лицензионный Windows? Да, у меня все лицензия. За последний год я вычистил все, что у меня было нелицензионное. И теперь у меня и Windows, и все программы, и все игрушки, все-все-все лицензия. Единственное, чем я шалю, это иногда качаю фильмы с торрентов, когда у меня не хватает терпения дождаться лицензии, потому что я пропустил фильм в кино. А так у меня даже музыка вся эта лицензия, которая с Google Music. Интересно, а почему так? Ну, потому что мы работаем в нематериальной сфере бизнеса, и когда ты в этом работаешь, ты понимаешь, что все, что ты зарабатываешь, это все, что ты делаешь, это не труд именно физический, а труд умственный. А многие этого не понимают, они считают, что за это платить не надо. Моя точка зрения, что за это все надо платить, потому что другие люди это делали, а также ты делаешь свою работу, а потом многие могут сказать, а зачем за это платить? Это, как сказать, какая-то дань, наверное, тому, что я работаю в этой сфере. Ну и вообще мне приятно иметь лицензионные продукты. А ты заботишься о своем здоровье? Да, я стараюсь о нем заботиться, но не всегда хватает времени и возможности этим заниматься. То есть я стараюсь правильно питаться, когда я дома, но когда я в поездке, получается, что нету времени и питаюсь фастфудом. Потом я приезжаю и обратно поправляю здоровье до предыдущего уровня. Там бывает, что я занимаюсь спортом в тренажерном зале, потом у меня не хватает времени на это. Я много сижу за компом, и получается, начинает болеть спина. Потом опять появляется время, я начинаю заниматься, и так оно по кругу вертится. А бывало, что к тебе кто-то обращался с просьбой продвинуть в киберспорт? Ну, не то что с просьбой, многие часто спрашивают, а есть ли у вас вакансии и так далее и тому подобное, но конкретно я не занимаюсь набором людей, поэтому я пытаюсь объяснить это людям и не заниматься этим. Плюс я не люблю, когда продвигают друзей. Я могу там помочь прийти на собеседование, да, а дальше уже человек сам этим занимается. Когда просто продвигают друзей, мне это вообще не нравится. Скажи, а вот как ты относишься к тем людям, которые отказались от мяса? Ну, с одной стороны, я отношусь к ним нормально, потому что это их выбор, их желание. Может, они как-то себя этим мотивируют или закаляют свой организм, а потом такой думаешь, ну блин, как же можно без куска мяса прожить? И я этого часто не понимаю. Я пробовал сам там не поесть мясо, но долго я не могу продержаться без этого. А что ты думаешь о движении феминисток? Ой, это трудный вопрос, я никогда за этим не следил особо, но считаю, что все вот эти вот образования, там, группы людей по этим всем признакам, это бред, это просто людям мало внимания, они хотят выделяться. Но феминистки просто хотят, чтобы женщина была равна в правах с мужчиной. Ну, тут я полностью согласен, я считаю, что не должно быть такого, что у кого-то больше прав, у кого-то меньше прав. Я придерживаюсь точки зрения, что все должны быть равны. Да, так сложилось религиозно и политически, что есть много стран, где права женщин ущемляются, но поменять это как-то или повлиять на это я не могу, поэтому я стараюсь абстрагироваться от этой ситуации. Есть именно моя личная точка зрения, есть то, как я общаюсь с девушками и считаю, что права должны быть одинаковыми, и все.
А должна ли женщина служить в таком случае в армии? Я считаю, что это выбор каждого, каждой женщины, служить там или нет. То есть, если она желает этого, почему нет? А заставлять всех это делать, ну, мне кажется, это глупо. Я вот забыл спросить, как тебе фильм про арт-стайлы? А, к сожалению, я настолько был занят подготовкой к квалификациям на International и их организации, что у меня не было времени посмотреть. Я видел, как в арене сидели ашеры, сидели, кто там, комментаторы все, смотрели его. Я там глазком видел некоторые моменты, понял, что очень многие элементы — это старые видео, которые снимал Вилат, многие — это интервью, но выглядит интересно, думаю, когда-то я до этого фильма доберусь, но это будет точно после окончания квалификации на International. То есть впереди много работы, да? Да, сейчас 8 суток практически без сна и куча доты, которая будет идти круглосуточно. Неужели тебе это все нравится, такой вот образ жизни? А какой именно? Ну, мне нравится моя работа, да, мне не нравится, что она занимает так много времени, но и я делаю сейчас все, чтобы уменьшить количество времени на работу и увеличить количество времени для себя. Но на данный момент мне нравится находиться рядом с друзьями, с близкими людьми, которые в этой сфере крутятся, нам интересно общаться. Мы получаем от этого удовольствие, поэтому почему нет? В целом, какие у тебя планы на жизнь? К чему ты будешь стремиться? Что бы ты хотел сделать? Хороший вопрос. На ближайший год, наверное, разобраться полностью до конца своим жильем, закончить ремонт, потом стабилизировать полностью свою работу, наконец-то получать стабильный отпуск и выходные, потом стабилизировать полностью доход, получить уверенность хотя бы на годик, а потом уже планировать семью, купить машину, потом помогать родителям, потом купить дом, завести детей и так далее. В общем, ты будешь стремиться к стабильности в основном. Да, обычно, когда так получается, что у меня основное желание — это стабильность, чтобы все шло ровно, гладко. И когда что-то из этого идет не так, я начинаю нервничать обычно. У тебя есть какой-то девиз по жизни? Или любимая цитата? Да, есть. Многие ржут с ней, но она мне нравится. А кто понял жизнь, тот не спешит. Ну что ж, завершим на этом сегодняшний выпуск. Экстримчик, напоследок скажи, как бы ты хотел провести свой последний день в жизни? Если бы я знал, что я живу последний день, я бы однозначно сделал бы в этот день все, что мне хотелось бы. Я бы подарил всем знакомым, всем друзьям самые дорогие подарки. Я бы сделал самые такие экстремальные вещи. Я прыгнул по-любому с парашюта, полетал бы там на самолете за рулем. По-любому бы отправился в горы, по-любому бы поездил на лыжах, именно на таком экстремальном жестком спуске, то есть получил бы массу адреналина, которого я почти никогда не получаю, ну и завершил бы его вечером с любимым человеком. Ну что ж, спасибо, Экстримчик, за уделенное время и интересное интервью. Спасибо также всем слушателям, ну и до встречи. Спасибо, всем пока.